10 июля, сегодня 2022 год, город Богуслав, Украина. Хочу показать красивую природу. Здесь есть где посмотреть, есть где погулять, есть где отдохнуть. Рядом возле нас пешеходный мост через Рось. И река Рось. Город Богуслав стоит на граните. Река Рось имеет широкое русло, очень красивое. Сама река красива тем, что здесь очень много гранитных плат. Вот такая вот красота. Река чистая. Мы искупались после нее. Очень приятное ощущение чистоты на теле. По всей реке разбросаны большие валуны. Гранитные валуны. Сейчас мы подойдем к одному из них. Вот такая структура этого гранита. А вода, сейчас покажу, вода. Чистая вода, прозрачная. Прозрачная вода. И мы пошли на пешеходный мост. Сверху здесь красивую видим реку Рось. Рыба прыгает, сбрасывается, как говорят рыбаки. Только что я увидела такую рыбину громадную. Показываю сверху, друзья, эту красоту. Когда смотришь такие красоты, хочется сказать: о, Рось, наконец-то я к тебе добрался. С 80-го года мечтала попасть сюда. Все не находила времени. Мечтала попрыгать по этим камням. Послушать шум. Шум воды, журчание, перелив воды через камни. Хочется сказать: о, Рось, я к тебе добрался. Наконец-то. Не прошло и 30 лет. Не прошло и 40 лет. Туда нам. Де? О, надо заехать, може вони нам дозволять екскурсію. Попробуємо договоритися на ткацькій фабриці за екскурсію. Може бути, нас пустять, і ми покажемо вам красиві їхні роботи. Зараз, де? Монастир, зараз покажу. Нам тільки що місцевий житель сказав: от це строїться монастир. Мужський? Неизвестно. Ну, здесь когда-то в этих местах был мужской монастырь. Сейчас строят монастырь рядом возле реки Рось.
легендарная река Рось. Красавица, вода чистая-чистая, я только что воду... Ой, я кричу, выбачьте. Когда эмоции, сразу начинаешь громче говорить, сразу начинаешь кричать. Эти эмоции выходят вверх. Красиво. Вот это мы видели из окна нашего отеля. А там дальше люди купаются прямо на плато. Стоят на гранитном плато. Вода чистая, потому что здесь гранит. А я тільки що бачила, там риба така громадна пригнула. Громадні. Угу. Вода чиста-чиста. Да. Їдемо купатися на яму. А потім поїдемо за дівчатами, зробимо їм теж екскурсію. Ага, хочу показати. Все-таки везде традиція. Коли женяться, виходять замуж. Закрыли ключик, бросили в воду. Чтобы на всю жизнь остаться вместе. И никто не отомкнул этот замок. Счастья вам, молодые. Я надеюсь, вы проживете долго-долго вместе. Даже не 50, а более 50 лет. Ну, я надеюсь, желаю другим и себе того же. Хочется всю жизнь вместе и в красоте, и в любви. Едем дальше. Делаю панорамную съемочку. Друзья, кто не успел подписаться, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, друзья! Скала называется. О, действительно скала. Вот это красота. Я не ожидала этого. Здесь рядом кафе называется «Скала». Магазин называется «Скала». И действительно, вот это я снимаю с высоты этой скалы. Это то, о чем я мечтала, полазить по скалам. Сейчас с высоты ставлю на краешек. Вот где я стою, друзья, показываю.
А там можно купаться, да? Хорошая, классная водичка, да? Прелесть. Я такой чистой воды еще не бачила. Сейчас мы туда идем. Мы спустились, здесь действительно скала, а называется яма, да? Да, называется, даже в интернете можно набрать Богуслав яма, именно здесь купаются. И купаются здесь уже более 50 лет. Сколько я себя помню, столько люди здесь, водичка здесь всегда чистая. Рось подпитывается подземными родниками и стоит на вот таких скалах, вот на граните. Так, попробуй, наверное, надо босиком. А? Чистая вода, чистая прозрачная водичка. Я думаю, что надо, наверное, босиком, потому что все-таки мы не пожалели, что сюда приехали. Покажу издалека. Я сейчас пройду вот этим мостиком и покажу вам такое плато. И люди здесь купаются. Идем дальше. Опа, разминуться надо. Есть. Не удержался, да? А ну яма, вот эта яма, да? Не кажите. Мы уже собирались завтра уезжать, а думаем, ну яму надо. Мы сами из Миронівки. Вчились там. Ну мы уже зрозуміли. Ми там навчалися, завжди хотіли приїхати на ваші камінці, покупатися в росі, але купалися в росавці. А потім ми уїхали взагалі далеко, ми з Дніпра зараз. А приїхали нарешті з Дніпра покупатися в росі. І нарешті побачити, ой, яка чиста вода, диви. А глибоко, да, Валір? Глибоко. Яка красота! Так, зараз і я, мабуть, попливу. А тут от точно скала. А ну, іздалека я можу показати? І називається кафе, називається скала. Ого, висота! Зараз посчитаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Десь метрів 15, або й 20. Зараз гляну. Раз. Десь метрів 20 висота. Ну, на глаз. Що скажу? Куча емоцій. Да. Oh,
интересные указатели. О, 1032 года. От основания Богуслава 1032 год. Музей истории. Музей народных промыслов Кам'яниця. Попробуем туда попасть. А памятник Русі Богуславці уже був. Красиво. Швейцария. Я знімаю. Такой интересный памятник. Вицин, Никулин и Маргунов. Все помнят его. Гипсовый. Я думала, он металлический, он покрашен просто. Привет! Говорят, надо его по носу потереть, и будет счастье. Видите, как вытерли ему переносицу, бровки. Никулин. Никулин. Моргнул. Отрывок с фильма «Кавказская пленница». Отрывок из пьесы Галя Баловна.